Москве 10 утра. Радио 13. www.radio13.ru. Жизнь прекрасна и удивительна. Утро со звуком. Еще больше утра. Еще больше звука. Да, и еще больше драйва, друзья. В ближайший час на Радио 13 в утреннем шоу «Утро со звуком» до 11 утра будем с вами. Что такое, Денис? Эй, друзья, тем, кто к нам только что присоединился, доброе утро, хорошего вам дня и отличного настроения. Делаем все, что можем. На последнем практически издыхание. Веселимся, самое главное, друзья. Еще целый час позитивчик. Да, особенно Лейла сегодня, просто веселушка. Я веселушка, я всегда такая. Много полезной информации вас ожидает в этот час. Много полезной информации. Гороскопом все это закончится. Конечно, вот, запьем. Да, но до гороскопа будут еще Денис, история дня сегодняшнего, что в этот день произошло. То есть тебе Денис, нужно ты... сейчас вспомнить все, что произошло в этот день, но в разные года. Так, в Википедию не лазить. Да, вот сейчас, все, что вспомнишь. Но это позже. Мне кажется, Денис вспоминает, когда я уже две вещи вспомнил, два события. Мы сейчас просто воткнули в него что-то непонятное. Я ничего не втыкала. Друзья, вот осторожней, пожалуйста, с выражениями. Слава богу, есть онлайн-трансляция. Я сейчас общаюсь в чате со слушателями. Как раз никуда не уходил. Да, друзья. И все видели, что в меня ничего не втыкали. Это очень важно, друзья. Друзья, в видеочате Денис Лазарев сидит под именем Радио 13, поэтому может смело к нему обращаться. Спасибо, сейчас чувствую, поток негатива пойдет в мою сторону. Нет, все будет хорошо. У нас слушатели добрые, позитивные, хорошие, такие же, как и мы. Вот да, и, например, девушек в основном волнует один вопрос. Да. А этот вопрос озвучила... Сколько сантиметров? Ну, возможно. Нас разделяет с девушками? Нет. Сколько сантиметров эфира между нами? Нет, давай начнем с простого. А куда еще проще? Смотри, как заволновалась, занервничала. Куда еще проще-то, да? Казалось бы. Не, ну подожди, ну а как там, я не знаю, сначала зайти в ICQ или в Skype, а потом уже говорить о сантиметрах расстояний? Ну вот, к примеру, в Skype, radio13.ru, это один из наших контактов, Русалочка спрашивает, тебе вопросик виден, нет? Да, Дэн. Привет, Дэн. Нет, а не Дэн? Так, не так. Ну давай. Привет, Дэн. Какие девушки тебе больше нравятся? Мне кажется, это не Русал, это не девушка. Это явно не девушка. Не девушка? Все, друзья, дайте я отвечу. Или блондинка, вообще, давай, колись. Я, наверное, сейчас сделаю откровение для всех, потому что... Рыжая? Лысые! Что же вы за сволочи такие сказать не даете? Я серьезно вообще как бы захожу. Дело в том, что я действительно хотел бы сделать откровение. Возможно, для кого-то это будет признание этим утром. Но так, тихо. Мне очень нравятся... Собачки! Таких у нас в эфире еще не было. Вы знаете, у меня на полу... Подожди, стой! Таких каких? Ему нравятся сучки? Это нормально. Грязные сучки будут наказаны. Я пошла, ребят, что такое? Оставайся, тебе понравится. Русалочка, мне кажется, мне нужна твоя помощь. Детка, давай сюда. Давай, отожжем вместе. Слушайте, тут в чате злой гость пишет: хочу лайв исполнение Лейлы и Дениса. Но это... Это будет чуть-чуть попозже, друзья. Это будет часа через три. Опс. Да, ну, oops, может быть, злой гость сейчас предлагает нам с Денисом спеть. Вот с этим Денисом? Да. Денис, нет, подожди, он еще ничего не пил. Он еще голос не пил. Смотри, какой голос. Нет, я же говорю, он еще голос не пил. Басков отдыхает. Да, Лещенко вообще курит за углом. В принципе, курит. Лещенко курит за углом. Так вот, мы отвлеклись от девушек. Мне, друзья, нравятся наплывами. Иногда мне прям смотрит с ума блондин. Чем? Да. Но... Блин, ну дайте я скажу, что за дедовщина, я в гостях у вас, или вы у меня? Мы сейчас разберемся, за это. Ну давай. Так вот, иногда мне очень нравятся блондинки, а иногда, блин, я такие, ничего не могу с собой поделать. Но друзей всегда это дико веселит, потому что они все никак не могут понять, собственно. Он любит секс втроем. А это зависит от дней недели? Подождите, это такая специальная хитрость. То есть когда мы где-то знакомимся с компанией девушек, они никогда даже предсказать не могут, кого я выберу. А они ждут, пока ты выберешь, а потом, да? Это моя военная хитрость. Но понятно, что я, как альфа-самец, выбираю самую лучшую.
А им достанется все, что останется. Нет, все-таки позитивно. Скажите мне, человек. Это самоуверенность или просто уверенность в себе? Это уверенный в себе человек. Нормальный, адекватный, хороший. Кто-то пришел. Вот. Ну, гости, что поделаешь. Это Радио 13, друзья, утреннее шоу «Утро со звуком». С вами Костя Звук, Лейла Фишер и Денис Лазарев сегодня у нас в гостях. Продолжаем утро. Чуть позже обязательно вернемся к вам. Да-да-да.